Делать, думать и говорить одно и то же – это кратчайший путь к цели и девиз нашей программы. А еще, мне кажется, с таким посылом обратился президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин совсем недавно. Именно с обсуждения послания мы и начнем сегодняшнюю программу «Лобби Холл». Жителям Пермского края она будет интересна еще и с практической точки зрения, потому что в гостях у нас председатель Пермской городской думы Юрий Уткин. Юрий Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Станислав. Ну, во-первых, с наступившими со всеми, я думаю, в течение января еще можно поздравлять. Но все-таки к важной теме – послание. Вот я думаю, что послание президента, его, конечно же, разбирают и специалисты, там, политологи, социологи, всякие другие ологи, но есть и чисто эмоциональное отношение. И здесь тоже много разговоров сейчас, я думаю, и на кухнях, и в социальных сетях. Конечно. Давайте присоединимся, что называется, и к профессионалам, и к обывателям. Ваши впечатления от послания? Началось даже все с того, что определена неожиданно дата. Так послание рано, никогда, собственно говоря, мы из уст президента не слышали. То есть обычно это март месяц, обычно это там финиш первого квартала. Подвели итоги минувшего года, как стартовали, но вот в этот раз неожиданно рано. Вторая, наверное, аналогия, которая ярко напрашивается, каждый год послание посвящено какому-то своему стратегическому вектору. И вы знаете, мы все время говорим, и федеральные руководители, федеральный уровень власти, и наши коллеги-депутаты, регион, все время мы говорим о бюджете как социально ориентированном бюджете. Но вот в этот раз очевидно, и это все отмечают, как вы говорите, начиная от тех, кто там был непосредственным свидетелем, кончая все те, кто сегодня активен в социальных сетях, ярко выраженное социально ориентированное послание. Огромный блок и совершенно разным направлением был посвящен тому, что, как говорят, уже назрело. Назрело то, что сегодня объявлены национальные проекты, но не везде, так скажем, с высокой скоростью реализовываются. И второй момент – это увеличение численности населения, это решение демографических проблем, это стимулирование, в том числе экономическими и всеми иными способами повышения рождаемости. И вот здесь, как говорят, те цифры, которые все услышали, и эксперты сегодня, конечно же, обсуждают, но они вселяют очень серьезный оптимизм. Таких амбициозных инициатив практически не было достаточно давно. Это выплаты на детей. Начиная с выплат на детей, в том числе на первого рожденного ребенка. И, конечно, увеличение и более, так скажем, гибкий подход к освоению материнского капитала. Это оплата до 7-летнего возраста детей, если вдруг в силу разных причин родители, прежде всего мама, выберет этот путь. Это, конечно же, бесплатное питание в школах начальных классов. Вот вы знаете, давным-давно в разных совершенно экспертных сообществах эта тема, она обсуждалась, но она всегда как-то уходила на второй план. Особенно тогда, когда вот мы поддержим одну категорию ребятишек там и семей, да, а не поддержим другую. В этот раз президент четко и ясно сказал: коллеги, не надо делить, и это совершенно правильный объективный подход. И ребята начальных классов получать будут равноценное всем, да, и, собственно говоря, горячее питание, потому что, как врач, знаю, что в этот период времени как никогда оно нужно, потому что растет организм, и понятно, что такая почти стрессовая ситуация, когда ребенок переходит из детского сада в школу, нуждается, собственно говоря, в адекватном, в том числе и вот этом моменте. Поэтому это все, конечно, стоит определенных ресурсов. Эксперты уже примерные посчитали, на федеральном уровне вот этот блок где-то порядка 450 миллиардов рублей. Но самое-то главное – это идея, которая подкреплена финансовым ресурсом. Президент четко дал понять, что на это денежные средства есть, и в том числе, кстати сказать, упомянул Фонд национального благосостояния, который является, будет основным источником как бы финансирования этих инициатив, причем на федеральном уровне, региональном и муниципальном. Так ведь и дата послания, как говорят многие эксперты, выбрана, опять же, не случайно, потому что планы, конечно, уже сверстаны, бюджеты уже готовые, но надо успевать подстраиваться, так сказать. Вот нам много чего поменять придется, в том числе и в городском главном финансовом документе. В 6-м созыве точно такая же инициатива была пару лет назад, когда фактически федеральные средства на Пермскую агломерацию были выделены в плане дорожного строительства. И мы провели даже, кстати, кто помнит и следит за работой Пермской городской думы, провели внеочередное заседание Пермской городской думы, и все точки над «и» поставили, в том числе приняли то решение, которое раскрыло то
обязательства, и в том числе финансовые обязательства, которые нам в виде дополнительного финансового ресурса выдали федеральные и региональные власти. Поэтому я думаю, что мы, безусловно, посмотрим, проанализируем. Там, где действительно доля либо софинансирования, либо какие-то нормативные проекты нужно принять на уровне города, а все ресурсы финансовые, которые мы получаем, они все так или иначе не могут пройти мимо Пермской городской думы, потому что главный орган, который финансирует все мероприятия, более того, принимает бюджет, это только Пермская городская дума. Поэтому ждем корректировок как главы города Перми, как субъекта правотворческой инициативы. Конечно, точно мы не будем являться тормозом, а скорее будем являться ускорителем. Но тут, Юрий Аркадьевич, есть еще такой момент. И президент тоже говорил об инвестиционной составляющей, о бюджетах развития. И в Перми вот накануне Нового года с депутатами городской думы в том числе обсуждали бюджет. И порядка 30% у нас заложено на как раз, собственно, развитие. Но ведь тут мало принять такое решение. Надо еще эти деньги, собственно, потратить грамотно. Совершенно. Финальное заседание пленарной Пермской городской думы. Мы приняли бюджет во втором окончательном чтении. Бюджет действительно амбициозный, бюджет развития. И, конечно же, социально ориентирован в то же время. Назову только два параметра, буквально напомню, может быть, да, потому что мы говорили уже на эту тему. Бюджет значительно вырос. Практически в трехлетнем бюджете мы видим почти 40 миллиардов рублей ежегодно. Выросла составляющая инвестиционная в этом бюджете. У нас в минувшем году там где-то 4,8 миллиардов рублей, станет практически 10, то есть это четвертая часть бюджета. Но вы совершенно правы, не все инвестиционные проекты, не все как бы там проекты и объекты, которые были запланированы администрацией, идут в срок. Есть объективные, субъективные причины. Мы, как говорят, провели аудит, а что же у нас, где слабые звенья, и, собственно, выдали рецепты, где нужно администрации и главе города по чуть-чуть подработать, посмотреть. Нам некогда точно раскачиваться. Сегодня январь, а практически по посланию уже почти март. Смещается на 1,5-2 месяца все в левую сторону сроки. И, конечно, очень надеемся, что пленарное заседание январское уже, да, мы заденем в том числе и те вопросы, которые касаются инвестиционных проектов. Ну, вот, собственно, все проекты, которые вы озвучиваете, о которых говорил президент, это действительно ускорение, потому что обо всем об этом, в том числе и в этой студии, мы с вами разговаривали в минувшем году. Поэтому давайте, раз уж это наша первая встреча в 2020-м, некие итоги 2019-го подведем. Процессы все длительные. Вот чего удалось достичь на рубеже? Дума отработала как достаточно серьезный, слаженный коллегиальный орган, за что отдельное спасибо и депутатскому корпусу, и, конечно, нашей всей целой городской команде. Если посмотреть объем принимаемых решений на 11 пленарных заседаний, то он значительно вырос. Вырос с 270 до почти 313 решений, которые мы приняли. Все решения так или иначе важны, нужны, все решения так или иначе нацелены на улучшение жизни наших горожан, жителей города Перми. Это и бюджетные решения, это инвестиционные проекты, это все то, что сегодня ожидаемо было, и мы это приняли. Если посмотреть те решения, которые находятся в исключительной компетенции Пермской городской думы, ну вот о бюджете мы уже задели, бюджет принят почти единогласно, это тоже говорит о слаженности нашей работы и о слаженности нашей работы нашей всей команды. Мы корректировали правила благоустройства, корректировали правила землепользования, застройки, градостроительные документы, которые мы рассматривали, и это все достаточно быстро, с учетом мнение экспертного сообщества было принято коллегами по депутатскому корпусу. Я думаю, что тот темп, который мы набрали в минувшем году, конечно же, безусловно, расслабляться нам некогда, как я уже сказал, да, и в 2020 году мы это продолжим. Но сквозной нитью, и мы в 6-м созыве особое внимание уделили исполнению наказов, которые мы получили в рамках избирательной кампании 2016 года. И я благодарен нашим коллегам в администрации, которые занимаются системным мониторингом исполнения этих наказов. Мы впервые в истории Пермской городской думы их все систематизировали. Совместно с коллегами, в том числе коллегами из администрации и профильным комитетом, который руководит Наталья Михайловна Рослякова, ввели в таблицу и, собственно говоря, смотрим, как идет динамика исполнения тех или иных наказов, тех или иных наказов избирателей. На примере своего округа могу сказать, что появились новые объекты в рамках, опять-таки, исполнения наказов. Ну, буквально крупный объект появился в микрорайоне Владимирский, там больше 20 тысяч
тысяч жителей, избирателей живет. Это дорога, которая связала, дорога жизни, как они, наши автомобилисты называют, которая связала две улицы, Невинская и Ординская, Палазинская, удлиненная. Удлинили ее, и фактически эта дорога сегодня, значит, является артерией, связывающей практически центр микрорайона с улицей Героев Хасана. Это, конечно, благоустроительные работы, которые мы провели. Это спортивные площадки, которые появились. К слову сказать, почти 50 в целом спортплощадок, дворовых площадок появилось по итогам реализации этих проектов в минувшем году. Две из них появилось в моем округе. Одна в микрорайоне Владимирский на улице Пихтовая. И вторая появилась долгожданная спортплощадка рядом с лицеем, который долгий период времени возглавляла Зина Дмитриевна Белых. Это стадион в Юбилейном, который тоже долгожданен. Почему? Потому что 52 года уже микрорайона и практически полноценного спортсооружения, причем не только для школы, но и для жителей микрорайона, это, конечно, долгожданный подарок. Это асфальтирование тротуарных дорожек, которые мы начали фактически в микрорайонах, преимущественно частного сектора. И вот микрорайон Южный у нас, индивидуальной жилой застройки, мы начали благоустроительные работы. И, собственно говоря, это видят жители и высоко оценивают. В Лидах появился спортивный объект долгожданный, восстановлена коробка, ну, фактически хоккейная коробка, но это уже точно не только хоккей, это всесезонное практически спортивное сооружение, которое стало безумно популярным среди жителей микрорайона поселка Новые Лиды. И ряд других объектов, которые, конечно же, наши жители видят, и я думаю, что этот перечень очень-очень внушительный. Мне кажется, районы города, они в некотором роде все-таки в равных условиях находятся, хотя, конечно, всегда хотелось бы там больше, чтобы в том месте появлялось всяческих объектов, в котором ты непосредственно живешь. Ну, давайте от вашего округа отталкиваться и поговорим о 2020-м. Что планируется? В этом году в микрорайоне Владимирский начинается капитальный ремонт и реконструкция улицы Краснополянская. Это центральная магистраль, которая, ну, вы знаете, я с 2011 года являюсь депутатом. Практически этот наказ еще был у предыдущего депутата. И мы никак не могли открыть работу по этому вопросу, чтобы получилось должное финансирование. Но, слава богу, в этом году все вопросы решены, финансирование есть. Двухлетний капитальный ремонт, естественно, с благоустройством прилегающей территории, с заменой светильников, восстановление ливневой канализации. Это будет действительно точка нормальная, современная магистраль со всеми прилегающими, собственно говоря, территориями. Это строительство спортивного зала. И мы, кстати, не только бассейнами занимаемся. Вот я о бассейнах не сказал чуть раньше. Появились ведь бассейны, которые тоже ожидаемые, да, и которые, конечно, тоже являются исполнением наказов избирателей. А мы сейчас запускаем программу строительства спортивных залов при школах, потому что совершенно очевидно, в разные периоды времени строились школы в нашем городе, и, конечно, были разные подходы, в том числе проектные подходы. Где-то спортзал качественный, даже не один, такая как школа Мастерград, это считается одним, наверное, из примеров, так скажем, в котором три спортивных зала, а где-то это не спортзал, скорее, а приспособленное спортивное помещение. И вот сегодня в 81-й школе все вопросы тоже решены, проект подготовлен, проект прошел экспертизу, и появится современный спортивный зал и, конечно, прилегающая спортивная инфраструктура на школьном участке. Мы запускаем, и я очень надеюсь, что в этом году начнется проектирование школы в микрорайоне Юбилейный, в котором сегодня, ну вот все, кто помнит, когда-то учились мы, наверное, да, А, Б, В классы, ну максимум Г, то сегодня почти уже до конца нашего алфавита только первоклассники. Явно перегруженная 82-я школа. И, конечно, сегодня долгожданный объект, проект, потому что является микрорайон растущим, появляются новостройки, и понятно, что, значит, тот объект, социальная школа, да, она не выдержит уже этой нагрузки. То, что касается объектов городских, конечно же, безусловно, это продолжение крупных инфраструктурных проектов, это реконструкция с появлением практически новых трамвайных путей улицы Революции, это окончание. Знаковые объекты, которые мы поставили на достаточно серьезный, наверное, многоэтапный, так скажем, формат реконструкции, это центральная магистраль, это Комсомольский проспект, продолжение реконструкции. Мы сегодня видим уже непрекращающаяся работа, кстати, даже сказать, в межсезонье. И мы видим, сегодня работа эта ведется. Это реконструкция улицы Ленина, окончание реконструкции Эспланады и фактически
практически появляется такая точка притяжения жителей города Перми, причем всесезонная. Вот мы недавно подвели итоги работы Ледового городка, где фактически, конечно, большинство все-таки посетили пермяки, но и гости нашего из Пермского края были, порядка 10%. Это туристы, кстати сказать, из разных уголков нашей страны. Там 500 000 человек за новогодние праздники побывали. Верно, примерно, да, совершенно верно. И, конечно, сегодня появляющиеся такие точки притяжения совершенно по-другому облик города меняют и отношения жителей меняют. Это появление, конечно же, всех тех проектов, которые находятся на совместном, на стыке, так скажем, с краевыми властями. И я думаю, что это отдельная совершенно передача. Не буду даже их перечислять, но все это в планах. А самое главное, не только в планах, но это обеспечено еще должным финансированием. Наша задача – проконтролировать сроки их реализации. Юрий Аркадьевич, мы в этой студии с удовольствием будем вместе с вами контролировать этот процесс. В этом смысле наши... Вместе с земляками и горожанами. Конечно. В этом смысле наши профессиональные обязанности, они в некотором роде сходятся, мне кажется. Журналисты тоже определенные функции контроля обладают. Слушайте, мы с вами за сегодняшнюю программу несколько раз произносили слово «наказы». Меня заинтересовал вот такой вопрос. Если я, как житель города Перми, или кто-то из моих соседей, знакомых, друзей, тоже захочет своему депутату дать какой-то наказ. Вот как выглядит эта процедура, как желание конкретного жителя превращается в наказ для депутата? Ну, вот, знаете, вопрос, с одной стороны, простой, с другой стороны, сложный. Во-первых, юридически, если посмотреть, что из себя представляет наказ, это те предложения жителей, которые принял кандидат в депутаты в рамках избирательной кампании, как говорят юристы. И этот перечень, он сегодня сформирован, как мы уже говорили, имеет такую табличную форму. Мы видим движение по нему и мониторим. Другой вопрос, что жизнь ведь не раз в 5 лет. И понятно, что сегодня текущая деятельность — это деятельность каждого депутата и его штаба помощников, которые осуществляют работу по приему жителей в своих общественных приемных. У каждого депутата свое видение и частота как бы ведения приемов. Но приведу пример, когда даже исполнение наказов, которые находятся на стыке, не всегда исполняется, ну, собственно говоря, другими людьми, которые сегодня так или иначе имеют отношение. Вот буквально последний прием, который я провел у себя в округе, говорит о чем? Появилась долгожданная тротуарная дорожка в микрорайоне Южный. В силу разных каких-то, по всей видимости, субъективных причин, сейчас администрация Свердловского района разбирается, а рядом появился шиномонтаж на полузаконных основаниях. И эту тротуарную дорожку те клиенты, которые сегодня меняют колеса, подъезжают, фактически уже разрушили. Угу. И вы знаете, вот такие вопросы тоже есть. И понятно, что наказ с одной стороны выполнен, но с другой стороны текущий его мониторинг, а как же вообще жители-то реагируют на это все, подсказывает, что опять нужно вмешиваться в этот процесс и, собственно говоря, корректировать. Поэтому в рамках текущей депутатской деятельности предложения принимаются, так или иначе они находят отражение. Горячие наказы, горячие предложения, которые мы слышим, они, конечно, находят свое как бы разрешение на площадках комитетов, которые мы обсуждаем. И, конечно, там некоторые мы обсуждаем вопросы в рамках пленарных заседаний, соответствующие поручения даем. Юрий Аркадьевич, ну, собственно, год и без послания президента в таком ключе он все равно ожидался у нас насыщенный, полный амбициозных задач. Теперь, когда глава государства эти задачи некоторым образом конкретизировал, остается верить в то, что 2020 эти цифры и по китайским, и по славянским, и по всяческим другим поверьям принесут нам удачу, но для этого, естественно, много надо работать для того, чтобы удача пришла. Поэтому о результатах работы Пермской городской думы мы будем рады узнать здесь, в нашей студии. Спасибо за то, что сегодня были у нас в гостях. Спасибо, Станислав. Я бы вспомнил, Владимир Владимирович не только придал импульс, но и расширил полномочия работы муниципалитетов. И сегодня мы ждем совершенно конкретные инициативы, которые, понятно, что должны обеспечены быть финансовым ресурсом. Да, инициативу надо проявлять. По крайней мере, в том, чтобы включить 21-ю кнопку на своем телевизоре в следующий раз и посмотреть программу «Лобби Холл» на Вете-24. Сегодня у нас в гостях был председатель Пермской городской думы Юрий Уткин. Меня зовут Станислав Уланов. До встречи.